Доброе утро, я собираюсь на работу. У меня на завтрак каша с маслом и солью. И все, и стакан воды. Купила вчера, сходила сим-карту, телефон мой. Обычно работодатель сам симки выдает, а здесь пришлось самой покупать. У меня сегодня какая-то повышенная активность коммуникации. Звоню, встречи, звонки. Даже пообедать некогда. Все, я закончила работать. Кстати, у меня прошла неделя. Я же пришла в среду. И так время быстро прошло. Ну, в общем, я потихоньку осваиваюсь. Вчера купила, как я сказала, телефон. Уже звоню. И сегодня я первый раз, когда после работы иду домой. Удивительно. Ну, потом я, кстати, на вокал поеду. Я купила себе салат «Цезарь» во «Вкусвилле», потому что дома ничего нет поесть. Я сейчас поужинаю. Быстро пропылесошу и поеду на вокал. Мне еще нужно помыть посуду. Ну, короче, всякие такие домашние дела. Вот в таком классе я занимаюсь. Здесь пианино, микрофон. И скоро мой преподаватель подойдет. Это у меня новый день. Я сегодня максимально поздно иду на работу. Но как? Сейчас без 15:10. Я просто не могла выйти. Мне почему-то захотелось помыть раковину. Потом я готовила еду коту и вообще не хотела уходить. По дороге на работу у меня очень много кофеен. И на удивление, мне больше всего нравится кофе во Вкусвилле. Хотя здесь много всяких кофепортов и так далее. И еще в Караваевых я люблю кофе. Я вышла с работы. Мне кажется, я окосела. Я сегодня за весь день не выходила ни разу на улицу. Завтра нужно обязательно это сделать, потому что без воздуха у меня просто голова опухла и глаза. Сейчас я иду быстро в магазин, и мне нужно до 7 часов успеть прийти домой поесть, потому что у меня будет английский клуб. Это разговорный клуб по тренировке языка, который, кстати, проводит Юля, моя подруга, вы все ее знаете. Вот он, мой красавчик Тим-Тим. Сейчас я его съем. Я пока занималась в English Club, решила, что нужно пойти сходить в спортзал, потому что у меня на днях заканчивается абонемент. И, в общем, я такая красная, потому что я сходила в хамам, сходила в бассейн и потом сидела в бане. И, в общем, вот так вот укуталась, чтобы не заболеть. Так хорошо, почему я раньше этого осенью не делала. Но больше, наверное, пока абонемент брать не буду, потому что с работы мне будет некогда ходить. Но, кстати, я прям проснулась. Я весь день хотела спать, а после такого легкого спорта я взбодрилась. А English Club, кстати, очень хорошо прошел. У нас было 4 человека, все такие интересные девчонки, я их всех заочно знаю. У всех какие-то свои увлечения, таланты. И Юля очень классно лидирует группу. Мне понравилось. Я сначала вообще как-то не хотела. Я думаю, что это такое English Club. Никогда не говори никогда. Надо пробовать, чтобы понять. Все познается в опыте. Наконец-таки я могу официально заявить, что наступила пятница и выходные. Я приехала к Юле, здесь прошел дождь, так тепло, такой прекрасный воздух. Может, сейчас пойдем погуляем, завтра пойдем погуляем. Буду отдыхать. Устала я за эту неделю. У меня сегодня был день просто нон-стоп обзвонов, собеседований. Устала я от коммуникации, хотя люблю это дело, но нужно отдыхать. Смотрите, что готовит Юля. Только накладывает. Ой, вот там еще лучочек. Такое. Сейчас будем с тобой пахнуть. Просто. А вот здесь картошечка. Посмотрите, какая она красавица. Молодая. Молодая. Боже мой. Мы сейчас оживляем березу и пытаемся понять, чем она пахнет. Юля говорит, что сладенько, а мне ничем не пахнет. Ну, мне так тоже ничем не пахнет, а по ассоциациям сладенько. Целлюлоза. Типа я представляю себе березовый сок, а он типа сладкий. Да, он, кстати, вкусный березовый сок. Да, березовый. Ой. Тоже покакать всех. Опять? Он же какал. Ну, еще покакал. У нас тут собачка
Как это? Цензура. А на вкус какая береза? Сладенькая. Сладенькая. На запах сладенькая. Пробовать я не буду. А на звук? Такая глухая. Глухая. А на вкус, мне кажется, она пресная, как бумага. Да. Не, горькая. Чем занимается Олечка и Юлечка? Ну, вечером. Лижут березу. Вот как нам рассказывает преподаватель по памяти, что в детстве у нас как раз-таки закладывается познание мира и память на все. Ведь каждый помнит, как пахнет, пахнет на вкус какое железо, там, пластилин. Земля, пластилин. Я ел пластилин где-то. Во взрослом возрасте вы этого не сделаете, но ваша память помнит, какой там вкус. В общем, да. Это интересно. И задача, чтобы все хорошо запоминать, оживлять все свои части мозга. Да. И вспоминать. По всем органам чувств. Доброе утро. Я вышла гулять с Топом. Смотрите, какая красивая береза. Раньше она была зеленая, офигенная. Сейчас она прям желтая. Тоби, пойдем. Быстро пройдемся. Дождик, смотри, какой начался. Так пахнет вкусно. У нас уже стемнело с тех пор, как я сходила с Тобиком погулять. Юля нам готовит свой спешл. Спешл. Это бутерброды. Джулия Фокс Ресторант. Да. Это чатни, да? Да, карамелизированный лучок. А на десерт у нас будет. А кульчев? Вот тоже very special вафли. Ты не понял, Тоби? Я нарисовала. Это оливка. И Тоби. По-моему, очень красиво. Что ж, на этой ноте пора заканчивать мой влог. Я уезжаю от Юли. Кстати, завтра воскресенье. Может быть, я что-то еще поснимаю. Поснимай. Да. Вот я так. Спасибо, Юлечка, за все. Машина приехала. Да, мы здесь. Доброе утро. У меня воскресенье. И, как всегда, по воскресеньям у меня занятия по астрологии. И оливка со мной.